Дельфины, дельфины, ура! Вот это наши красавцы. Я с ними сегодня купался рядышком, но теперь давайте по порядку. Так, дорогие мои друзья, смотрите, сколько людей сегодня собралось на пляжах. Все хотят отдыхать, получать удовольствие. 8.05.2022 год у нас. Туда дальше еще больше людей. Я хочу искупаться в море. Купание у нас становится уже, так сказать, устоявшимся моментом, потому что много людей купаются. Ну, туда ближе к центральному пляжу еще больше народище, я смотрю, прям вообще шикарно. Все отдыхают, ловят счастье, солнышко. Это просто прекрасно. Мы сегодня приехали на этот пляж и ходили, запускали квадрик, то есть, получается, летали там возле дюн, раскатывали. То есть у нас было 3 ПВ-шника анапских, так сказать, покатали от души. В море у нас медузки присутствуют, вот здесь плавают. Температура водички плюс, чтобы вы понимали, 13,1 градуса. Температура воздуха плюс 20-21. Север поддувает, честно. Если бы не север, то было бы гораздо лучше. Вот детки все как бы с удовольствием тусят в купальничках. Сейчас будут ребята САП запускать. Вот всегда думаю, может быть, тоже САП заметить. Но я подземной ветер бы, честно, бы не стал бы на САПе залазить в море, потому что очень сильно уносит. Это печально. Вот дальше можете увидеть лошадей, которые идут по пляжу. Их причем довольно-таки много. Это прям грустинка, не? Смотришь, ты думаешь, вау. Главное, чтобы за ними убирали. Хотя я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь за лошадьми, когда они покакают, убирали. Ну, давайте и я попробую искупаться. Мы сегодня с Данилкой. Данилка, маши ручкой. Всем привет вам. О, все. И ребята зашли с САПом купаться. Посмотрим, какая там водичка будет. Я переживаю, кстати, вот за ребят, потому что очень сильный отжимной ветер. И САП его не тяжело будет удержать. Давайте заведя там лайки, ставьте кулачки, держите. Получится занырнуть или нет, это прям очень интересно. Холодно, Арктика. Ну, давайте. И давайте под водичку вместе с вами. Вот это море, вот это кайф. Кричит: Юра, дельфины. К сожалению, на GoPro не получилось хорошего качества, потому что камера была после воды, но я выбежал из моря, потянул ногу, блин, теперь. Но снял для вас такие восхитительные просто виды. Кстати, на САПе оказались мои подписчики. После съемки подошли, поздоровались. Им огромнейший привет. Я их предупредил о том, что ветер отжимной и не стоит так рисковать. Ну... А теперь, дельфинчики, дорогие мои друзья, посмотрите, какие прелестные создания. Я всегда, когда снимаю их с квадрокоптера, просто замирает душа. Сегодня они, мне кажется, даже такие уже наевшиеся, просто курсируют вдоль берегов наших. А может быть, еще пеленгас не подошел. Но один выход у них был, прям возле нас один дельфин там поохотился, и все. А их оказалось целых 3. Это, скорее всего, мама, папа и их детеныш. Вообще фантастика. Я решил понаблюдать сначала за одним, потому что мне показалось, что он идет сзади. Обычно, как они действуют, это 2 передних дельфина. Они провоцируют рыбу, загоняют ее, и та выходит на мель, где на нее уже охотятся следующие, кто идут за стаей. То есть очень редко, когда дельфины в одиночку все это делают, потому что так им труднее. Тут, видите, я тоже подумал, что раз двое ушли немного вправо, а один остался сзади, то думаю, ну, наверное, он будет охотиться и все самые красивые кадры подарит именно нам.
Великолепные пляжи с высоты птичьего полета. Вы, я думаю, увидели, насколько прозрачная вода, насколько красиво солнышко блестит над морем. Это все наши любимые берега, которые манят вас и манят. И мы не можем уже дождаться, когда же вы к нам приедете. Собирайте все свои вещи в срочном порядке, потому что без вас наблюдаем такую красоту. А что такое вот коричневое? Да, это вот какие-то сгустки воды, которых с каменных пляжей прибило к береговой линии. Нужен небольшой шторм, который в ближайшее время будет, потому что по прогнозам есть южики, и это все выплюнется. В этом году не прогнозируется огромного количества отдыхающих, поэтому я думаю, что пляжи будут становиться все чище и чище, и мы сможем такие вот картины, как сегодня, снимать каждый день. Ну, по крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Я, честно, получил прям фантастические эмоции от купания. Я думаю, что дельфины занимаются тем же самым, получая эти эмоции, потому что вода прозрачная, видимость шикарная, медузки, которые не кусачие, то есть все, в принципе, есть в этой водичке для того, чтобы вот купаться и получать удовольствие. Но больше всего мне, честно, нравится, что море в это время имеет именно тот запах, к которому я привык с детства, то, что море пахнет морем. Пытаюсь спуститься к дельфинчику пониже, чтобы его разглядеть, вот не знаю, лучше ли это, когда ниже, или все-таки лучше с высоты, как говорится, его снимать, потому что здесь более такой масштабный у нас обзор. И, честно, я восхищаюсь этими животными, живут себе в удовольствие. Надеюсь, что у них нету никаких там управляющих организаций, а просто, как говорится, размножаются, кушают и купаются в море постоянно. Если бы я мог выбрать, я бы, наверное, хотел быть дельфином, потому что это счастье. И вот здесь он пошел на мель, я уже подумал, что вот оно, чудо, счастье. Сейчас мы с вами увидим охоту. Ну, как-то так, знаете, праздно пару раз махнул хвостом. Возможно, ему показалось что-то. Возможно, его просто позвали его сородичи, чтобы плавать, как говорится, вместе. Или что ты там один отбился, кайфуешь. А еще мне очень нравится, когда дельфины переворачиваются так вот на бочок. Я впервые это увидел с квадрокоптера, когда поднялся. И делал такие кульбиты. У меня на канале очень много видеосюжетов как раз таки с снятыми дельфинами сверху. Вот, вот видите, вот так он поворачивает хвостом и на бочку лежит. Какая лепота. В такие моменты мне кажется, что он за мной наблюдает. И вот мы уже увидели всю семью. Сделал фотографии и продолжу снимать их. Смотрите, кстати, в Telegram Мореос и ВКонтакте группа Сиос Юрия Заровский. Ищите через поиск, добавляйтесь, будут еще и в хорошем качестве фото. Можете себе их на рабочий стол разместить, любимые Витязи, Ванапа и, конечно же, наши дельфинчики. Здесь, видите, замирают. Опять-таки, тот дельфин, за которым я отдельно следил, он остается позади. Эти вырываются вперед. Либо, честно, не знаю, рыбы нету, либо они просто идут так вот медленно. Потому что если летом, вспомните, да, картинки, которые я снимал с дельфинами, то они каждые там 10-15 метров береговой линии вылетают на мель и там поедают кефаль или пеленгасиков. Ну, здесь либо рыбы нет, либо они действительно просто получают удовольствие. А как не получать, когда вокруг вот такая вот красота, мои дорогие друзья. Решил подняться немножечко повыше, чтобы показать, как это все смотрится на наших пляжах. Тут мне уже квадрокоптер говорит: Юрец, у тебя было всего лишь пол батарейки, пора домой. Говорит, хватит, наверное, тебе уже летать. Я последние, так сказать, минутки, секундочки решил все-таки уделить и немножко рискнуть. Сажал, честно скажу, сегодня на последних парах. И мы находимся уже на пляже, который называется у нас Лог Витязь, улица Мира, в этом райончике. Все-таки сделал еще фотографию себе для публикации, точнее для вас старался. И прощаемся с дельфинчиком, желаем им хорошего путешествия, побольше рыбки по пути. Ну и самое главное, чтобы почаще они возвращались к нам, потому что это шоу притягивает огромное количество отдыхающих.
отдыхающих, которые приезжают буквально ради этих мгновений встречи в открытом море с дельфинчиками. И они не забывают приходить почаще, чтобы радовать наших гостей. Напоследок, я думаю, что вы будете очень рады увидеть пролет над пляжами, как раз таки от улицы Мира и до Диких Тортуга. Мы сегодня именно там и проводили наши купания. Меня порадовало, что очень много людей вышли на берега черноморские, хотя погода только начинает стабилизироваться. И в дальнейшем, я думаю, мы увидим с вами гораздо больше наших отдыхающих и приезжающих. А сейчас, я думаю, что в основном это ребята, которые переехали к нам, либо живут уже у нас. Конечно, сегодня обидно было видеть большое количество автотранспорта. Повторяюсь, у меня машина позволяет выезжать на берег, но я не вижу в этом никакого смысла. Ведь мы можем поставить машину, где паркуются все, и пройти по чистейшим пескам нашего Витязева пешочком. А все остальные транспортные средства, я считаю, что создают опасность, потому что люди, вы видите, что приходят играть там в волейбол, кто-то с детками и кто-то с своими животными. Ну, вот зачем ездить там, где отдыхают люди? Ну, мое мнение. Посмотрите, сколько песка. В скором времени все это застроится навесами, установятся лежаки, и вот такие кадры мы будем вспоминать только из наших пролетов. А это уже пляж Венера Ресорт. Они уже выставили свои навесы, поставили лежачки, можно приходить и отдыхать у них вовсю. Летом происходят дискотеки на этом пляже. В общем, в этом году без ограничений коронавирусных, я думаю, что будет еще гораздо веселее. Ну, дай бог нам силы все это снять и вам показать. Спасибо, друзья, что уделили это время мне и моему каналу. Не забывайте подписаться, поставить лайк и, конечно же, жмите репост. Ну, а я с Данилкой прощаюсь с вами и желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Вот они, мы на последнем вздыхании долетели.